Перед различными масштабными праздниками и мероприятиями охрана правопорядка – одна из основных составляющих безопасности. Кто, как недоблестные полицейские, обеспечивают покой мирных граждан и предотвращают преступления. На площади у здания администрации руководители органов внутренних дел города Десногорска провели готовность своих подчиненных. Был проведен тревел-осмотр личного состава, как в преддверии новогодних праздников. Необходимо показать нашу готовность, потому что долгие праздники, соответственно, необходимо будет нам обеспечить порядок на улицах города. Заместитель главы Десногорска Александр Новиков поздравил полицейских с наступающими праздниками и сказал напутственные слова. Прошу весь состав, личный состав органов внутренних дел проявить особую бдительность на этих мероприятиях по недопущению правонарушений с нашими жителями. Обязательная часть смотра личного состава – это проверка удостоверений, нагрудных знаков, личных жетонов, а также экипировки и внешнего вида сотрудников. По итогам плановой проверки стражи правопорядка продемонстрировали свою готовность к выполнению всех поставленных задач на новогодние праздники. Ксения Вьюшкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.